Вот здесь вот пару клеток из дерева. Вот одна. Вторая. Это вот клетка старая, из дуба. Она уже 10 лет служит. Здесь сейчас вот пару сформировал. Молодая самочка и самец хороший. А сюда я отсадил молодежь. 3 самца кеннера этого года. Еще полугода даже им нету. Ну, уже начинает распиваться потихонечку. И потом все это пойдет в подарок друзьям.